Доброго времени суток, сталкеры. Вы находитесь на канале AliExpixer. Мы продолжаем рассматривать линейку квестов от Баламута. В прошлой серии мы выполнили квест, который называется «Любический упырь», и взяли квест, который называется также «Любический упырь. Ключ к сумраку». Вот, сегодня мы будем именно его и выполнять. По квесту нам нужно будет достать глину и найти карманника, который стащит ключ у Валентина, который находится в здании ментовки. Ну, к карманнику мы вернемся чуть позже, сейчас разберемся с глиной. Глину можно найти на озерце, которое находится в парке. Куда именно нужно подходить, вы можете видеть на своих экранах. Ну, теперь вернемся к воришке. Инфу на воришку нам дает Штакет. Но чтобы он ее нам дал, нам нужно будет выполнить квест, который называется «Штакет. Тайник для барыг». Где именно искать этот тайник, вы можете увидеть на своих экранах. Но после этого мы возвращаемся обратно к Штакету, отдаем этот тайник, и он дает нам наводку на воришку за 20 тысяч рублей. Но также, если выполнить квест «Худой мир. Воровское солнце», он даст эту наводку бесплатно. Штакет дает наводку на палку. Нам нужно будет договориться с палкой, чтобы тот стащил ключ у Валентина. Но прежде всего нам нужно будет осмотреть замок в том самом подвале. После того, как мы осмотрим замок, мы подходим обратно к палке, говорим ему, какой именно нужен ключ. И после этого мы ждем 1 час реального времени для того, чтобы палка стащил этот самый ключ. Ну а после того, как мы подождем 1 час реального времени, мы подходим обратно к палке и делаем из глины слепок. С этим слепком нам нужно будет идти к технику, чтобы тот сделал нам ключ. Ну вот мы уже у техника, спрашиваем, сможет ли он сделать нам этот ключ. И он просит нас взамен либо выполнить его квест, либо заплатить ему 10 тысяч. Лучше всего, конечно, заплатить 10 тысяч, так будет намного проще. После этого, как мы разберемся, точнее вы разберетесь, заплатить ему или выполнить его квест, он попросит принести ему материалы, чтобы сделать этот самый ключ. Материалы для техника можно найти где угодно. Лично я половину всех материалов нашел в домах, а половину купил с доски. Ну, вам решать, будете ли вы сами их искать, либо их покупать. После того, как мы соберем нужное количество материалов, возвращаемся обратно к технику и сдаем все эти материалы. После этого нам нужно будет опять подождать, но не час, а полчаса реального времени. После того, как мы подождем, мы забираем этот ключ и направляемся в подвал. Ну вот мы зашли в подвал. Мы видим ведуна, который поначалу меня не трогал. Не знаю, может быть это только у меня так глюкануло, а может быть это так оно и есть. Но не суть важно. Нам нужно в этом подвале обыскать 3 ящика. Вот, какие именно ящики и где их обыскивать, вы можете увидеть на своих экранах. Но после того, как вы их обыщите, мы выходим из подвала, и квест у нас выполняется. Ну а с вами был Лёха, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте мои видео. До скорого! Thank you.